Сегодня в рамках работы общественной приемной общественного движения «Донецкая республика» Харциск с рабочим визитом посетил исполняющий обязанности министра транспорта ДНР Игорь Андриенко. Возможностью задать свой вопрос руководителю транспортного ведомства ДНР сегодня воспользовались 9 жителей Большого Харциска. В числе обсуждаемых тем – изменение графика движения межгородских пассажирских автобусов, отсутствие транспортного сообщения с некоторыми селами республики. Игорю Андриенко приходится бывать во многих городах республики, и раз за разом он убеждается в том, что людей чаще всего волнуют одни и те же проблемы. Разного рода вопросы у людей возникают. Одних по трудоустройству, другие по железнодорожным перевозкам, третьи по автоперевозкам. Вот в частности, сегодня вы видели, как люди обращаются. У кого-то труднодоступные находятся с доставкой в села, дороги не очень в хорошем состоянии некоторые. У некоторых просто из-за разницы в рейсах, в автобусах. У кого-то водитель невежливо встретил или наоборот выпроводил из льготника, из транспортного средства. Поэтому приходится разного рода рассматривать вопросы и помогать людям. Проблема республиканского масштаба – легализация служб такси. Работа над соответствующим законопроектом ведется уже более полугода. И уже в ближайшее время, уверен Игорь Андриенко, правовой акт, регулирующий отношения таксистов, пассажиров и государства, будет принят в Народном совете ДНР. Я думаю, что вот-вот весной, в апреле, может быть, в мае примется закон о такси, в котором там урегулированы все эти вопросы, борьба с нелегалами, с рейдами, с совместными рейдами, с ГАИ, с налоговым министерством доходов. У нас есть специальная служба, которая будет этих всех немножечко хитрых таких водителей выводить на уровень легальности. Поэтому меры борьбы с ними уже предусмотрены, скоро воплотятся в жизнь. Стоит добавить, что завтра, 17 марта, в общественной приемной Харцизского отделения общественного движения «Донецкая республика» прием граждан будет проводить министр экономического развития ДНР.